Сегодня у нас 15 мая, середина месяца. Погода у нас пасмурная. Суббота. Вот какое небо у нас пасмурное. Дожди опять очередные собираются. Деревья еще не все распустились. Это вот ясень, он только-только почку набрал. Так, хочу с вами прогуляться по нашему полю одуванчиковому. Вот какое у нас поле. Все в одуванчиках. Здесь у нас, как вы раньше наблюдали, смотрели, я вам показывала иногда, мы выпускаем телят. Вот. Вот такое у нас одуванчиковое поле. Красота. Вот. Вот такая красота. Думаю, покажу вам. Кто меня спрашивал в обзорах, петушки красные покажите, вы все говорите. Вот они, мои хорошие. Вот они, вот красные петушки. Вот то синенькие, а это красные. Видите, какие? Они здесь ручей у нас. И они вот вдоль ручья у нас растут. Вот, вон они. Вот. Вот они какие. Вот, да, красивые такие. Они такие мелковатые. Вон там дальше тоже, вон. Вдоль ручья они у нас так растут. Их там много. Вот. Это одуванчики. А там еще у нас вдоль ручья примула наша приморская растет. Сейчас вам пойдемте покажу тоже. Она уже распустилась. Вот. Сейчас вам покажу, мои хорошие. Вот она, видите, какая красивая. Вот здесь в лесу она уже большая такая, он вытянутая, уже такая, вон какая у нее длинный такой этот. А вот в саду у меня растет такая же. Она совсем другая. Видно, здесь ей лучше нравится. Вон папоротник. Видите, сколько у нас тут. Вон сколько его вдоль ручья. Там вон ручей течет. Страусинный папоротник этот. Некоторые садоводы, смотрю, его даже покупают для своего участка. А мы не покупаем. У нас его здесь вон сколько много. Вот. И вот здесь примула с подснежниками белыми еще. Они поздние, желтые это самые ранние, а эти уже отцветают. Вот. Такой папоротник у нас страусиный. Там дальше ландыши, но я прошлась посмотреть, они еще не цветут некоторые. А вот фиалочка лесная, тоже, вон, видите, какая. Тоже там дальше будет больше. Так, вот наши ландыши. Ну вот, листвы много, а вот самих цветочков я не вижу, мало. Где-то видела, тут сейчас вам покажу. Так, если найду. А, вон. Вон он. Вот. И вот тоже. Так, за листиком спрятался. Вот. Они, наверное, только-только начинают, я думаю. Наверное, только-только начинают. Ландыши, я думаю. Вот. Так их здесь очень много, как бы. Вот, целое поле возле речки. Ручья нашего. А так вот, смотрю, цветочков мало. Или то, что молоденькие, или, наверное, еще рано, скорее всего. Так что вот так вот здесь у нас красота. Всякая разная. Вот там белый подснежник. Наш приморский. Он уже отцветает. Вон их там несколько тоже. Они уже все отцветают. Но больше всего мне нравятся вот эти вот фиалочки лесные. Они такие хорошие, милые. Я вот все хочу попробовать у себя на Альпийской горке. Будут, нет, расти интересно. Мне кажется, нет, здесь все-таки, наверное, им получше
чем там. Ну, ради эксперимента попробую посадить. Голубые сороки возмущаются. А вон она сидит, сейчас попробую вам показать. Вон она. Он возмущается. Сидит. Возмущается, сидит. Вот она возмущается, сидит. А как они сорок вот этих вот обычных гоняют, прям стаями вот эти голубые сороки. Обычных сорок, вот эти вот голубые сороки прям вообще гоняют. Он у меня немножко... Вот соседский кот пришел тут ко мне снова, да? Вот мой хороший, большой какой, да? Как тебя звать, мой дружок? Даже вот и не знаю. Сосед хотя тоже не знает. Кто-то вот подбросил нашему соседу такого кота большого. И вот сосед его подкармливает, приезжает на огород. В общем, вот так, друзья. Вот такая у нас красота. Вот. Все зеленое, распускается. Правда, денек сегодня пасмурный. Вот, вот. Как... Рысь. Он какой. У меня своих много. Котов, кошек, котят. Ой, не знаешь, куда девать. Кошку надо одну простерилизовать. Вот, да? Киска, а, киска. Ну, вот такое короткое видео, друзья. У меня было на таком коротком видео. Хочу с вами я попрощаться. Всем всего хорошего. До новых встреч. Пишите комментарии. Подписывайтесь. Ставьте лайки. До свидания. С вами была Марина. Пока-пока. Скажи пока-пока.